Жанна Фриске, российская звезда эстрады и певица. Настоящее имя Жанна Владимировна Копылова. В шоу-бизнес попала в 1996 году, со времени образования группы «Блестящие». В апреле 2013 года певица родила сына Платона от Дмитрия Шепелева. Жанна тогда была на пике карьеры, а вскоре ей поставили страшный диагноз. Она боролась с болезнью полтора года. Любимица миллионов умерла 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет. Похоронили Фриске на Николо-Архангельском кладбище. На могиле певицы установили бронзовую скульптуру в полный рост, которая представляет певицу в вечернем платье, струящемся мягкими складками до земли. Изваяние установлено на гранитном фундаменте серого цвета. Рядом возвышается вертикальная стела со скругленным верхом из черного полированного гранита. На ней вырезана и покрыта сусальным золотом памятная информация о покойной, а также эпитафия и изображение креста. Ниже выгравирован автограф певицы. Мемориальную композицию завершает сквозная арка из светлого гранита в тон фундаменту.